представляем книгу Евгения Тырышкина «Пугачева. Записки сыщика Иваныча». Этот сборник, состоящий из рассказов детективов, рассказов с юмором и вполне серьезных произведений. Детективчики, тракторная пропажа, интриги вокруг чайной ложки, юмористические рассказы, обезьяний бизнес, врун австралийский, рассказ о сложной жизни отряда солдат, забытых на острове, остров посылает сос и грустный рассказ о любви русалки и юноши, любовь русалки. Эти и многие другие интересные произведения вы можете прочитать в книге.